Уголок Грузии, расположенный в горах Кавказа на высоте 3000 метров над уровнем моря. Как последняя страничка Средневековья, вот такие домики. И рядом сегодняшний день. Древние села, насчитывающие столетия, как бы рождаются заново. На Василе здесь справляют не отдельные семьи, а целиком поселки. Стройно вписалось в окрестный пейзаж село Гудани. Автомобильная дорога связала этот край с центром, а строящаяся недалеко гидроэлектростанция Жинвали-ГЭС даст горным селам дешевую электроэнергию. Здесь уже строится общественный центр с магазином, клубом, библиотекой, комбинатом бытового обслуживания. Скоро откроется школа-интернат, будет и новый животноводческий комплекс.